Надо бы покушать. Здорово. Счастливо. Целью вы пытались в нетрезвом виде проникнуть на территорию зоны, имея при себе незарегистрированное охотничье ружье и патроны к нему. А тот похмельный, голова как бочка, короче, задолбало все, отвечает. Пьяный, да, ну пьяный. Да если б я трезвый был, я б за 5 километров вас, уроды, обошел бы. А в чем прикол? Это интересно. Здорово.
Что притащил? Вот так бы всегда. Ну, проветришься, заходи. Перед самой дверью, да и то. Только после того, как ты ломиться начал. Я что, у меня специальное оборудование какое есть? Какое у меня оборудование? Говорю, нет у тебя ничего. Фонарик вот, да, двустволка старая.
Профессор, ну, понимаете, я не могу сдать математику, потому что совсем не сплю в последний месяц. Вот только закрою глаза, как появляется страшная... Неудачные охоты, сталкер. Меня прижали к стене атомной станции какие-то страшные мутанты. И готовы разорвать клочки. А профессор говорит: окончил институт с теперешними знаниями, молодой человек. Наверняка бы подались бы в сталкеры. А там и до ужаса, который вы увидели совсем недалеко. Да, но у меня есть верное средство. Поскольку переэкзаменовка по математике так и не сдана, то вы будете отчислены и пойдете служить. И никаких монстров. Ну, кроме разве что дедов. Посмешнее нет ничего в запасе. Осторожно, чужой! Как дела, сталкер? Thank you.
Ну, чё стоишь? Подходи, не кусаюсь.
стрелять или нет? Да нет, говорю, собаки и сталкеры уже давно все за зайцев поели. И тут она, что, блин, ежиков не может? И так, тут у нас челюсти отвисли. Полезный совет новичка. Старайтесь в зоне, кому не доверять. Не воспринимайте всерьез все, что вам рассказывают. Во-первых, больше половины того, что вам рассказывают, вранье чистой воды. Слухи, байки и сплетни. Во-вторых, вы ведь не знаете, что за человек вам рассказывает. Вдруг он захочет помочь вам в какую-то аномалию попасть, чтобы потом вашим хабаром поживиться. Здесь в зоне народ особенно лучше понимает. И последнее. Многие сталкеры уже не один год в зоне. У большинства явные нарушения психики. Не могли рыться, но в фарш превратили. Что полезно, но можно сказать. Здорово, сталкер! Опять что-то с артами не так. Видимо, срок действия некоторых уже закончился. Ладно, проверяем. Thank you.
Настолько завораживающе, что мы сидели рядом и остаток ночи смотрели на эту красоту. В тяжелых компрессах, под солнцем или дождем. Мы сидим как дети, любим, снова врачу и спрашивает: доктор, скажите честно, а если я брошу пить, курить и по бабам ходить, я смогу до 100 лет Здорово, сталкер!
Че стоишь? Выкладывай, зачем пришел. Как дела, сталкер?
Ёлки-палки, опять забыл старые закладки проверить. Как бы не пошуровал. Как делишки? Как оно? Салют, 3 Док Найт, ваш мастер церемонии. Выхожу в эфир в записи из секретного бункера завода Юпитер. Хорошо, что в наше смутное время... Жив еще? Люди, для которых ну, отлично. Не пустой звук. На днях неизвестный сталкер помог группе одиночек отбить нападение военных в северном комплексе Агропрома. Честь и хвала отважному герою, а также респект и уважуха. А пока послушаем музыку. Нездешние звуки увидишь сквозь мороки судьбы миражи. Руки сплетаются, губы прощаются, и в синий рассветный лёд нас небо зовёт. Роза рассветная, для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. На рыбе 2 свежайших куска мяса. Кто-то из них сегодня станет мясом на корм собакам. В буквальном смысле. Начнем! Выпустите собак! Одним неудачником стало меньше. Претендента на цинковый дом. Оба прошли первый круг. Покажите, чему научились. Поехали! Врача! Врача! Хотя ему уже не поможет. Мясник? Грабят сталкеров-новичков. В роли новичков
Печеный и его мясо. Даже коса находит на камень. Специально приглашенные гости из доблестного Лавона будут пытаться задержать неповторимого меченого. Покажи им, чего ты стоишь. Господа военные, покинули наше мероприятие. Преступление и наказание. Неповторимые меченые в роли доблестного мента наводят правосудие против шестерых преступников и негодяев. Айда. Твою мать! Никому из этих шестерых не суждено было оказаться на воле. Здоров!
опытные сталкеры, ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача.